Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как малолитражка въехала в попутный седан. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса водитель синей иномарки задумался и не успел нажать на педаль тормоза. Судя по видео, иномарка на полном ходу въехала в задний бампер седана. На улице Воровского водитель золотистого кроссовера Hyundai решил за компанию с инкассаторами проскочить перекресток. Только благодаря реакции автора видео аварии удалось избежать. Похожая ситуация произошла и на перекрестке улиц Московской и Менделеева. Здесь поторопился гонщик на Kia. Бам! Офигеть! До удара оставались считанные сантиметры, водитель 12-й вовремя остановился. На улице Преображенской самоуверенный водитель Volkswagen едва не спровоцировал ДТП. Судя по видео, обзор водителю кроссовера закрывали припаркованные автомобили. На перекрестке улиц Производственной и Солнечной мотоциклист не заметил машину с камерой. Мотоциклист грубо нарушил правила. При повороте налево он обязан был уступить дорогу встречному автомобилю. На загородной трассе водитель Мазды совершил опасный обгон. Автору видео пришлось уходить от столкновения, он в итоге съехал на обочину. На улице Кольцова водитель Форда не заметил сигнал светофора и не пропустил машину с камерой. Идиот! Дебилый кусок! На улице Лепсе камера зафиксировала двух пьяных хулиганов, которые разбили вывеску магазина. По словам автора видео, они били вывеску 5 раз по очереди и с разбегу, а потом скрылись с места происшествия. Михаил Вагин, место происшествия.